Здравствуйте. Интернет – это очень парадоксальная штука. Вот только что смотрел видео у одного мужика. Он рассказывал, как на мусорнике на вторчермете нашел дрель. Нашел себе дрель, короче говоря, там ручную, советскую и все такое. Я смотрю просмотры, ну, уже 200 тысяч, и он там только показал, как он ее покрасил. Ну, а я так подумал, и я тоже такую самую дрель нашел, двухскоростную, вот она. Вот эта дрель. Так почему ее не показать? Вот интересно, сколько в этом моем ролике будет просмотров. Если 50 наберется, то будет прикольно. Вот такая дрель. Я ее уже красил, потому что очень давненько уже ее нашел. И в общем, я ей доволен. Тут не было ручки. Вот эту ручку я сделал. И вот эту ручку я сделал, потому что не было вот этой самой штучки. Выточил на токарном станке. Потом, ну, на самой ручке была резьба сбита. Так я и приварил гаечку на 10 и зафигачил сюда болт на 6. Теперь держится, трындец, я классно держится. Ну, ручка, вот, само собой, вот это деревянная. Ну, я говорю еще раз, это тот мужик, который вот буквально только что смотрел его видео, ничего не делал, только покрасил. И у него просмотров, думаю, он специально, я свою покажу. Такая же самая дрель, двухскоростная. Только я сделал ручки вот, и сюда ручку. А что самое главное, я ей сделал, вот видите, вот эта ручка. Вот такую я спорю, что вы не видели никогда. Вот не видели, и все. Вот если хоть один напишет, что видел, так я хотел бы, чтобы он пока хоть сказал, где видел. А если у него такая есть, хоть не покажет. Вот вы спросите, зачем эта ручка? А я вам скажу, эта ручка для того, что я иногда работаю сапожником. Иногда приходится дырки, отверстия вертеть в сапогах, там набойки ставить. Короче говоря, вот без этой штуки очень неудобно. Вот смотрите, я беру дрель, скажем, если бы не было вот этой штуки, ну, обычно берут как дрель, вот так. И упор делает там у плечо, у пузо, кому как. Ну, вот представьте себе. Так как, еще раз повторюсь, я просто только что буквально с полчаса тому в Ютубе видел, мужик рассказывал, какую он дрель нашел. Двухскоростную, ну, вот такую дрель нашел на мусорнике. Что он сделал, он ее только покрасил, и все, и просмотров куча. А я вообще и не думал про эту дрель снимать никаких фильмов, потому что, ну, дрель себе так дрель. Вот эта ручка, вот эта вот ручка, поверьте мне, просмотров стоит. То есть, если есть у кого вот такая дрель и нет вот такой ручки, то может сделать и будет меня благодарить потом еще не раз. Это же полный пипец, кто понимает. Вот это стала ручка, полностью универсальная дрель, вот с этой ручкой, потому что ухватистая, и крутить можно вот так. И вот для сапожника это самое первое дело. Вот моя дрель, вот, ну, это моя дрель. Здесь вот тоже я себе вот такую ручку уже за компанию сделал. Но это, конечно, немножко дрель не такая классная, как эта. Это классная дрель, ну, такая. Ну, я тоже здесь вон ручку переделал и вот эту ручку сделал. Надеюсь, полмиллиона, конечно, это видео не посмотрит, но хоть несколько людей посмотрит,
если кому-то будет интересно вот эта ручка, и кто-то себе такую сделает, поверьте мне, не пожалеет. Вот поверьте мне, не пожалеете. Пригодится по-любому, потому что, о, взял и крутишь. Не надо пузо, не надо приспосабливаться, крутить. А о, взял и все, она уже никуда не денется. Можно так, 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 как хочешь, так и крутить. Ну вот и все, в принципе. Больше про мою вот эту дрель я сказать вам ничего не хочу, потому что кости уже все перемыт. Ну вот такой штуки нет ни у кого. Просто могу поспорить. Всем спасибо, всем пока.